1/8 финала Кубка чемпионов, осталось 16 команд, и сегодня мы узнаем, какая из них выйдет в четвертьфинал. Да, сегодня уже пошла игра на вылет. Сегодня Реал Мадрид встречается с ЦСКА. Новый фланговый защитник выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение. Команде действительно нужно было добавить в обороне. И тренер получил игрока в свое распоряжение. Мадридский стадион Сантьяго Бернабеу. Ты знаешь, неоднократно приходилось работать с этого стадиона. По-моему, один из самых уютных, несмотря на 85 тысяч зрителей вместимость, стадионов в Европе. Да, я с тобой, пожалуй, соглашусь, действительно очень комфортная арена. И если кто не знает или подзабыл, стадион назван в честь Сантьяго Бернабеу, прославленного футболиста, тренера и президента мадридского Реала. Он играл за мадридский клуб в начале 20 века, а потом еще четверть века возглавлял правление королевского клуба. И смотрим на состав мадридского Реала. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. И смотрим на состав ЦСКА. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Алекс Сандро. Сейду Думбия. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Это может быть опасно. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Думбия! Да, это совсем не точно. Модрич. Бейл. Может получиться интересная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Это может быть опасная атака. Нужно забить. Вышли они вперед. Посмотрим, надолго ли. ЦСКА повел в этом матче, и на это мало кто рассчитывал. Модрич. Лука Модрич. Бензема. Действуя на острие, этот нападающий вяжет защитников по рукам и ногам. Центральные вынуждены играть с Бензема до конца. Родригес. Неточный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Думбия. Какая изящная передача. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Армейцы в атаке. Вот это удар! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Гол просто потрясающий. Сумасшедший удар под перекладину. Без шансов для вратаря. Мощнейший удар в левую девятку. И такие мячи не вытаскиваются. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Модрич. Бейл.
Реал на половине соперника. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Хамес Родригес! Мимо бьет игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Алекс Сандро. Думбия. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Отлично сыграно, надо решать. Думбия в самый нижний угол, красавец. Очередной гол ЦСКА, в этом матче все понятно. И чтобы упустить победу, надо очень сильно постараться. На табло 3-0, это разгром. Бэйл. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Посмотрим за этой атакой. В составе мадридского Реала замена. Команда готова начать второй тайм и продолжить бороться за место в четвертьфинале Кубка Чемпионов. В первом тайме команды в основном сосредоточились на обороне, но, думаю, во втором тайме сыграют более агрессивно. Потерял он мяч, но кому он достанется? Георгий Щенников. Вагнер Лав. Атакующая комбинация ЦСКА. Получает мяч на ходу. Удар. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Красиво сыграл. Даниэль Карвахаль. Модрич. Когда у команды вдруг возникнут проблемы с контролем мяча, именно он их и решит. Лука Модрич своими действиями может переломить ход самого неудачного матча. Опустит мяч вниз, где нужно придержать, где нужно отдаст. Очень редкий футболист. Думбия. Это может быть опасно. Великолепный пас. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Думбия. Отличный кросс. Вагнер Лав. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Вот вам лишнее подтверждение поговорки «Везет тому, кто везет». Вот вышла команда. Играет, бьется, старается. А что там писали? Какие прогнозы давали букмекеры, сейчас это не интересует никого. Очень может быть, что команда добьется положительного результата. Знаешь, я в полнейшем восторге. Обожаю такие победы. Это вот тот настоящий футбол, который очень хочется смотреть. Вагнер Лав. И вот мяч вернулся к Реалу. 20 минут осталось играть. Это может быть опасная атака. Но... Возможно, здесь у него мяч просто свалился с ноги, поэтому такой неточный удар получился. Да, я думаю, болельщикам этот удар запомнится надолго. Муса. Такими действиями игру не обострить. И в зону атаки мяч переходит. И как опасно пробил. Вратарь намертво забирает мяч. Иско. Роналду ведет за собой команду в атаку. Даниэль Карвахаль.
Еще достаточно игрового времени, 10 минут. У ЦСКА комфортное преимущество. Ахмед Муса. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Хорошо играют в пас, но тут надо признать, что и соперник-то не особо мешает. В отборе играют действительно слабовато. Как бы теперь рубить не начали от бессилия. Алексей Миранчук. Армейцы атакуют. Он с мячом и продолжает. Это Думбия. Гол! Мяч в сетке! Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забит. А у нас 4-0, то ли еще будет. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Душсантуш Авейру. Опасная передача. Карим Бензема. Марсело Вьейра. И пошла передача. И здорово читают эту подачу защиты. Все, звучит свисток арбитра. Победа ЦСКА.